Добрый день, с вами Павлентий, вы смотрите канал China Watch Inapo. И в этом видео я расскажу о часах, которые называются, но вы уже сами догадались, о надписи на коробке, они называются «Восток». Сейчас, в момент съемки обзора, идет середина лета 2024 года, число 15 июля 2024 год, и не так давно ЧЧЗ, Чистопольский часовой завод, выпустил новинку. Новинку в 55-м корпусе. Что такое 55-й корпус? 55-й корпус – это вот такой вот ретро-корпус. У меня на канале есть обзор вот на этих зеленые ретро-часы. И корпус 55-й аналогичен корпусу 54-му. Единственное отличие в том, что в 55-м головка заводная. Не на цифре 2, а на цифре 3. И сзади, если смотреть, то в 55-м корпусе присутствует окно, которым мы можем видеть механизм. А в 54-м корпусе этого окна нет. И вот перед своим отпуском, а возможно, вы знаете или не знаете, в середине лета, каждый год, ежегодно, на Восток уходит завод в отпуск и практически перестает производить часы. Перед этим отпуском был выпущен ряд новинок, среди которых и часы Восток 550-36В. Чем же они так необычны? Во-первых, они необычны своей ценой. Стоят они целых 10 700 рублей. Если предыдущие ретро-часы поставлялись в обычной пластмассовой пластиковой коробке, нелюбимые многими, то данные часы за 10 700 рублей поставляются вот в такой вот фирменной специальной юбилейной коробке, в которой, например, была дорогая бронза. Так чем же они интересны, эти часы? Эти часы интересны тем, что это, в общем, по сути, первые стандартные часы «Восток». Сапфировым стеклом. И да, были какие-то бронзы, там юбилейные, там спецсерии, суперсерии, мегасерии и прочее. Но вот чтобы так просто часы из нержавейки были в корпусе с сапфировым стеклом, такого не было. Ну и такая особенность, что в ретро, тех зеленым сферблатом, который я показывал, у них отсутствует водозащита. У них есть пылезащита. И водозащиты как таковой нет. В данной же модификации сапфиром присутствует водозащита 5 атмосфер или 50 метров. Часы, конечно, крупные. Габарит у них 43,6. Диаметр, да, на 52. Это самая большая точка вот сверху от ушка до ушка. И толщина выходит 12,5 мм фактически. Механизм стандартный, востоковский, 20. Механизм калибра 24 мм. Интересно. В общем, механизм механический, Восток 241502. Противоударное устройство узла баланса, средний суточный ход минус 20 плюс 60. Это говорит по современным, конечно, требованиям это очень много. Стекло сапфировое. Да, вот это как раз необычно. И автоподзал. Вот, пожалуй, такие характеристики в этих часах. Корпус нержавеющей стали, естественно. Доставляются они вот в такой вот пупырчатой пленке. Дальше. Тут инструкция. Тоже все стандартно. Для Востока. Паспорт. И на последней странице паспорта пишут обычно, кто создавал эти непревзойденные часы. А вот 10.07.24, 10 июля, они были произведены, это первая партия, обычно у Востока установочная партия из 50 штук. Вот это часы из первой партии, сборщик Михайлов 0407-24. Вот, пожалуй, все, что можно сказать к коробку. Так, смотрим, что из себя представляет непосредственно сам продукт. Как было сказано, миланское плетение, тоже новшество, по-моему, до этого не было серийных востоков на браслете с миланским плетением. Причем он довольно такой толстый, увесистый и неплохо сделан. Единственный минус, так как эти браслеты заказываются у наших восточных партнеров, то здесь застежка не брендирована. Хотя Восток обычно старается бакли на ремнях вообще все брендировать. Здесь же как, ну, возможно, к началу так, а потом дальше все будет получше. И стоят защитные пленки. Не стоят, естественно, приклеены защитные пленки сзади на задней кружке, которую я сейчас торжественно отклею и отправлю в утилизацию.
И присутствует пленка, естественно, на лицевой стороне, где у нас стекло. Защищает она, естественно, стекло во время транспортировки. В этом-то ее основное предназначение. Откроется она, естественно, довольно легко. Отклеивается довольно легко и непринужденно. Итак, продолжим. Что же из себя представляет часы? Как я сказал, размер у них довольно крупный. Около 43-44 миллиметров. Такой вот ретро-стиль. Сверху присутствует на цифре 2 заводная головка в форме вот такого вот луковицы. В форме вот такого вот луковицы. Луковичная такая получается заводная головка. Или там тюрбан какой-то. Ну, не знаю, кому как. И что это за дизайн? Но я посмотрел историю. Где-то в 20-е годы был стиль, если это можно назвать стилем, арт-деко. И среди произведений этого арт-деко, естественно, были произведения декоративно-прикладного искусства, такие как, например, часы. И многие производители, там, включая Cartier и прочих теперешних монстров тяжелого люкса, они производили часы тоже в стилистике арт-деко. Если посмотреть автомобили, кстати, того времени, то там в стиле арт-деко выполнены спидометры и прочие приборы. И вот здесь как раз этот циферблат напоминает спидометр или тахометр ретро-автомобиля. Собственно, это есть стиль арт-деко 20-30-х годов прошлого века. И называется этот дизайн «Сектор Дил» или «Секторный циферблат». И, в общем, это не какое-то там заимствование Востока у кого-то, а это именно работа, выполненная в данном ключе, данном стиле арт-деко. Посмотрим корпус. Корпус вот такой полированный. С полировкой у Востока обычно проблем никаких не бывает. Как вы знаете, бронза юбилейная, да, специальные серии. Они также в 55-м корпусе сделаны. Сзади вот такая вот крышка. Крышка вывинчивающаяся. По центру установлен вот такое вот стекло. Насколько я знаю, это стекло минеральное, то есть это не сапфир, и механизм этот называется улучшенной отделки. Что в эту улучшенную отделку входит? Такие вот синие бинты, озолоченные, вот эти вот хромированные такие блестящие золотом шестерни их, и ротор или маятник автоподзавода, а вот с такими вот женевскими волнами. Да, женевские вот такие волны. И присутствуют надписи, да, нержавеющая сталь, сапфир, автоподзавод, водозащищенный, 50 метров и специальная серия. Хотя надпись «специальная серия», она должна добавить какого-то дополнительного не знаю чего, но, как показывает опыт, то, что они там специальной серии какой-то, это вообще ничего не дает. И видите, где вот у нас ушки, лапки, кто-то по-разному называет, быстросъемник отсутствует, браслет вот так вот ходит ходуном, болтается. Можно было шпильку потолще сделать или как-то, ну не знаю, быстросъем что ли могли бы сделать. Но решили вот так. Хотя не знаю вообще, зачем здесь миланский браслет, если можно было бы сделать тоже кожаный ремешок. Но вот решили Восток идти в ногу со временем. Как я сказал, ремешок довольно такой толстый. Не ремешок, а браслет, естественно. Заводная головка с буквой «В», да, логотип Востока. И посмотрим циферблат. Посмотрим циферблат. Чем интересен циферблат? Поначалу мне казалось, что эти метки на циферблате накладные. Как оказалось, метки не накладные. Просто нанесены они краски. Причем непонятная технология. Либо это такой слой краски толстой, там по печати, да. Или просто они выдавлены изнутри для того, чтобы сделать такое утолщение в зоне, как раз где нанесена эта метка, и сверху покрыты краской. Надпись сделана в России. Индексы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Такие вот объемные, буквы объемные. 30 динтами сделано в России. И вот здесь на маленьком неплатином циферблате секундной стрелки все это плоское. 30-60 секунд. Стрелки, вы как заметили, да, они синего цвета. И вот здесь, кстати, циферблат довольно крупный. Получается отверстие, и видно, да, такой вот там золотистый элемент.
золотистый элемент. Естественно, положение заводной головки тут одно. Для перевода стрелок стоп-секунды никакой у нас нет. В первом положении идет завод. В первом положении завод в нулевом. И дальше идет перевод стрелок. Стрелки переводятся довольно легко. И, кстати, в этом корпусе заводная головка, она фиксированная. То есть здесь никакой специальной инженерной функции традиционной для амфибий подвижности заводной головки нет. Вот так вот все это оно выглядит. Стекло сапфировое обладает эффектом линзы. Немного выступает за пределы корпуса. И выглядит все это довольно неплохо. Ну, так как замеры, я вам сказал, у меня нет точного измерительного оборудования. Возьмем вот так вот. Посмотрите сравнение карту пластиковую. Размер у нее стандартный, практически во всю ширину этой карты пластиковая. Каскал часы крупные, крупное запястье и ретро элемент, спичный коробок стандартный. Можно у кого-то они до сих пор имеются. Вот такое вот сравнение со спичным коробком. Может, кому-то это бы и надо, но я что-то считал отзывы на обзоры, что-то не особо заходит. Хотя это у нас и не дайверы, но все-таки Восток, а есть Восток. Хотелось бы узнать, есть ли в этих часах люминофор. По ощущениям, люминофор отсутствует. Но сейчас мы с вами выключим свет. Да, на стекле присутствует пленка, потому что я уже делаю досъемку обзором. Я забыл проверить в первый раз данную вещь, люминофор. Вот так вот, люминофор отсутствует, что и требовалось доказать. И давайте сравним вот обычная версия. 55-й корпус, который стоит на 2000 дешевле, тоже один из шедевров Востока. 55-й корпус, ретро. Что интересно, хотелось бы посмотреть, чем отличается в этих корпусах стекло и как оно вообще отличается или нет. Лицом к лицу. Ну, видно, что сапфир он более такой прозрачный, что ли. А минералка на 55-м корпусе, она такую глубизну отдает. Я не вижу никакого антиблика, кстати. Возможно, он прозрачный или вообще отсутствует. Какие выводы можно сделать? Единственное, вот цвет, да, это стекло более прозрачное. Здесь стекло отдает такую вот... Возможно, это, кстати, здесь за счет цвета циферблат, так что это такая оптическая иллюзия. Оно выступает за пределы корпуса, как и здесь. Практически я особо разницы никакой не вижу. Возможно, они даже вытачиваются в какой-то единой форме. Что я обратил внимание, но, возможно, это не так кажется. Это тут безель, он как-то здесь сделан более размыто, и он более четкий. Хотя, уже формы как-то износились, не знаю. Так, в принципе, это один и тот же корпус, все должно быть абсолютно одинаково. Идентично, за исключением сапфирового стекла. Все остальное в корпусе одно. И посмотрим заключение. Макро. Дрязь снаружи нанесена метки. Ну, да, по макро, похоже, видно, что это просто печать. Печать, и они индексы их не такие выпуклые. Все на самом деле довольно плосковато. И каких претензий с качественной точки зрения у меня циферблату нет, никакого брака, ничего-то еще. Вся грязь это от коробки, она снаружи. Корпус сделан хорошо, задняя крышка, механизм улучшенной отделки, также выполнен на высоком уровне. То есть здесь все куда надо. Хотя, возможно, кто-то найдет к чему придраться. Всегда находятся такие люди, которые к чему-то придираются. И посмотрим, давайте, как это будет сделать. Висеть все, не буду застегивать, потому что тут браслет очень длинный, 17,5 мм запястье. С фокусировкой что-то как-то у меня ультрашедик чудит, стал в последнее время не фокусируется. Для моей руки это довольно крупные часы, мне они не подходят. Хотя, может, тут любит шайбы носить на руке. А вот, так что вот так все это смотрится. Надеюсь, что обзор был для вас полезным. Если кому-то, опять же, не нравится то, что я говорю, да, всегда можно выключить звук. Для меня вообще задача показать именно визуал. Я когда-то только начинал делать вообще обзоры без звука, просто под музыку часы показывал и все. То есть тут именно мое говорение, оно смысла-то особого
И не все. Главное, чтобы вы имели представление о том, как все это выглядит. Хотя вот иногда кажется, что здесь какой-то все-таки небольшой голубоватенький такой антиблик присутствует. Так что спасибо, что смотрели. С вами был Павлентий. На канале нет рекламы. Все покупки из моего кармана, точности хода и защиты от непогоды. Увидимся, услышимся. Пока.